Снежок, снег. А эти дни прям снежные. Снежные. В прошлом году снега практически не было, а в этом году снег есть. Смотрите, какая красота. Снег. Оу. Oh. 16 сегодня января. У нас снег выпал. Капустка вот такая растет. Ой, хорошо. Вообще кайф. Какой-то снежный у меня, снежный сезон. То в Китае первый снег застала. В этом году уже третий раз выпадает или второй. Второй, наверное. Ой, не получается. А, он тоже замерз. Широкий у тебя улыбка очень получилась. Я с ним поняла. Немножко широковато. Очень рада. Настоящий снег. Сегодня 19 января. Снег. В этом году обещали снежную зиму. Но, честно говоря, за последние 3 зимы это действительно самая снежная зима. Но не холодно, сейчас 0 градусов температура. Вот. А самое что смешное, мы сегодня встречаемся с моей подругой. Мы живем в одном городе, и за весь год мы встречаемся второй раз. И в самый снежный день, что самое смешное. Нет бы встретиться летом или весной, как-то вот не судьба. В снегопад самое оно. Здесь вот у нас записываются новости каждое утро. Сейчас никого нет. Так вот. Самый первый, кто узнает новости, наверное, вот этот дядечка. Атака. Куда он прыгал, покажи. На вытяжку, помнишь, как он прыгал? Ну, при мне он просто вот сюда прыгал, да, да, да. Ты видел? Игра. Это самая любимая игра, пусть она. Ставит на работу, ходит всегда подратый. Всегда нос подратый. Щеки покусаны, нос подратый. Сегодня какое число? Сегодня 27 января 2024 год. У нас вот такое время. Толстого ты. Зачем это нужно? Нормально, нормально. Я думаю, что она меня оценивает так низко, потому что... Она сильная ведьма, я сильная ведьма. Нормально. Если вдруг... Русского человека к снегу тянет.